Экскурсия в южный штат Карнатаки рассчитана на целый день. Некоторые туристы выехали в 2 ночи и вернутся примерно к этому же времени, а нам повезло. Но начинается она с экстремалов местного индийского вождения автотранспорта. Если вам ваша жизнь недорога, если вы ничего не боитесь и готовы рисковать, то вам не обязательно на эту, на любую другую экскурсию, где вас на места будут доставлять с помощью туристического автобуса. Естественно, в Индии никто из водителей правил дорожного движения не соблюдает. При любом из обгонов вот этих вот несчастных мотороллеров можно поцеловаться со встречным большегрузным грузовиком. Можно в некоторых местах вообще просто слететь в пропасть. Ну, у меня водительский-то стаж около 40 лет, и даже я страху натерпелся. В 8 часов утра вас ожидает завтрак в индийском стиле, который состоит из 2 разных лепешек и соусов. Ни в коем случае соусы не пробуйте, мы и другие туристы отравились. Через 3 часа рвота, тошнота и неприятности. Первая остановка примерно в 10 часов утра в городе Мурдешвар. В этом городе господин Шетти, который попросил у Шивы богатства, основал храм, построил статую в 2005 году. Вот все это сейчас и увидим. При въезде в храмовый комплекс довольно красиво, опрятненько, все сделано современными скульпторами. И, наконец, вы видите самую крупную в мире статую сидячего Шивы. Это бог и демон одновременно. Затем экскурсия идет в храм. А вот эта башня огромная, оказывается, не башня простая, а храмовые ворота с великолепным орнаментом, а вот на порог наступать нельзя, его нужно перешагивать. Внутри храмового комплекса множество мелких храмов, где проводится богослужение. Все красиво, чистенько, что удивительно, и можно сделать множество интересных фотографий. 3 полоски горизонтальные. И изображение получается стилизованное йони. Йони, видите, женская вот эта вот, она квадратная, вот основание сделано, но это женский орган. А вот этот вот камень, он по форме напоминает мужской орган, да? И сверху поливают жидкость, ну, молоко или воду там, равно имеет. И вот этот подстопок, все вытекает, и люди сбоку проходят, подставляют правую руку, нужно правую руку подставлять, левая нечистая, и вычищаются. Причищение, ну, вам не нужно пить, потому что вода непонятного происхождения. Вы захотите сделать себе такое, лучше делайте вид, что отпили, а просто волосы смочили. Звучит, правда, деревяшка, но так ничего. Вот монахи местные. Так, куда-то нас Юрий поведет. Вот он туда. О, брамины. Это брамины, а может и нет. Сейчас посмотрим. По совету Юрия, туристы постоянно били в колокола, чтобы привлечь к себе в карман побольше денег. Ну все, благословение от брамина получено. Водой святой помазались, ихней местной. Сейчас можно бить в колокола. Громче, громче. Дружественный индийский народ очень доброжелательный. Все хотели с нами пофотографироваться, потому что наверняка для них белый человек такая же экзотика, как и они для нас.
Да, где же белокожие красавцы и красавицы из фильмов Болливуда? Народ мелковат, черноват. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Где же Болливуд? Что-то я его здесь не наблюдаю. Вот. Вот. Ну а сейчас вот мы будем заходить в эти... Это, оказывается, не башня, это ворота высотой 60 метров. Это вот ресторанчик индийской кухни, куда нас привезли. Шведский стол. Бери сколько хочешь. Ешь вкусно. Вкусно все. Правда, непонятно, что за блюдо. А после того, как поел, вот этого мы брать не хотели. А ресторан рассчитан на белого человека. Все горит синим пламенем. Какой-то час бешеной езды с бешеным Шумахером, и вы оказываетесь в священном городе Гакар. Этот город благословлен полубогом, полудемоном Шивой, а может быть, он одновременно и бог, и демон. И вот эти все убогие домишки, которые попадаются на вашем пути, это все храмы, где проводится с утра до ночи богослужение. Экскурсовод Юрий предупредил нас внимательно смотреть под ноги, потому что коров там полчища, все буквально закакано, поэтому надо ходить очень-очень осторожно. А вот это памятник женщине, которая себя сожгла, и вот второй памятник, потому что умер ее муж, и оставаться живой после этого было нельзя. Вообще покойников в Индии, в частности в данном штате, сжигают, вот место сжигания тел умерших. А это небольшая речушка, куда сбрасывают сгоревшие остатки мягких тканей. В конце экскурсии показывают колесницу. Здесь говорят, где трудно проходить белому человеку, вот такой проход. А это храм, в который нас привели, но гид Юра предупредил. Да, вот идет богослужение, благовония их. На самом деле вонище кошмарное. Вот тут священное дерево, где какие-то подношения и дары. Внутри храма этого, считается у нас священный город, фотографировать нельзя. Вон идут хлопки. Да. Вот Рудраша, те же самые слезы Шивы, которые в Бусу там висят. Ну и сейчас мы в обход вокруг святилища совершим, и я наконец-то еще раз расскажу про змей. Что такое змей обозначается, сколько их здесь, почему они здесь. Мы пойдем сейчас. Это продакшн называется. Позже. Еще раз. Оказывается, треск – это священный очаг у них. Вот что это такое. Поют мантры. Кажется, брамины ездят на мотоциклах, кажется, современные ребята. Место кремации. Вот видите, остатки не догорели, это были носилки из бамбука сделаны, да. Тело саваном белым обматывают. Юрий, сколько стоит кремация у них? Ну, кремация там в зависимости от... Вот видите, разные сословия. Где-то дороже стоит, где-то дешевле. Это разные общины и разные цены выставляют. Ясно. Так что цену сказать сложно. Хай. Это детский сад. Ясно. Вот такие дети доброжелательные, веселые, добрые.
Ну, что-то я воспитателя, правда, только не вижу. Есть, да? Итак, финал экскурсии. Куда нас привезли? На вот этот индийский пляж в форме какого-то священного индийского знака. Не знаю, правда, какого, но какого-то священного индийского знака. И он у них типа ритуального. Вот тут народ уже собрался у нас потихоньку. А Надя еще скачет на волнах. Волна, пожалуй, не больше, чем на пляже Палалем. Примерно одно и то же. Вода, понятно, что теплущая. Не ждите от Индии такой прозрачной воды, как в Турции, где на 10 метров видно каждый камешек. Не ждите такой прозрачной воды, как в Египте, где вообще на 100 метров видно все. Она мутная. Ну, вот такой здесь Индийский океан. Вот он здесь такой. Ну, зато, чем хорошо, что вода, сегодня сказали 29 градусов, ну, как в ванной. Приятно. Представитель туроператора Лилии не обманула. Экскурсия оказалась очень интересной и познавательной. Но стоит дорого, 10 тысяч российских рублей за двоих. Хотя это того стоит.